Друзья, всем привет! Дневник благодарности. Сегодня день номер 93, как мы делаем с вами каждый день практику благодарности. Я вам говорю об этом в каждом видео, что важно контролировать свое мышление, куда направлено внимание, туда течет энергия. Важно направлять свой поток энергии, важно контролировать свой фокус внимания на созидание, на позитив, на возможности, на окружение, на свое правильное. И только в таком случае наша жизнь будет улучшаться к лучшему. Досмотрите это видео до конца, и на своем примере я сделаю свои 10 благодарностей за сегодняшний день, а вы можете делать свои 10 благодарностей за прожитый день. Поехали. Первое. Я благодарю за то, что я сегодня рано утром проснулся. Второе. Я благодарю за то, что я сделал утреннюю пробежку. Третье. Я благодарю себя за то, что я сходил сегодня позагорать в очень крутое место. Это остров мечты. Четвертое. Я благодарю за то, что сегодня покатался на вейксерфе, освоил новое направление. Это очень крутая тема. То есть вы на вейксерфе делаетесь и на доске дрифтуете по волнам. Очень классное увлечение. Я благодарен за то, что у меня в жизни появилось такое хобби. Пятое. Я благодарю за сегодняшнюю еду, которая у меня была. Шестое. Я благодарен за сегодняшний солнечный день. Сегодня отличная жаркая погода, лето. За это я очень благодарен. Седьмое. Я благодарен за то, что у меня есть классные друзья, с которыми я провожу время, с которыми мы катаемся на сноубордах, на вейксерфе, на серфе и на великах. То есть мы делаем разные экспедиции по городу. Это очень круто. Восьмое. Я благодарен за сегодняшнюю съемку, которая прошла удачно. Девятое. Я благодарен за денежные вознаграждения, которые пришли ко мне от моей работы. И десятое. Я благодарен за то, что мы вместе с вами благодарим и за то, что мы фокусируем свое внимание на созидание. Видите, все просто, ничего сложного. Вы тоже можете сделать свои 10 благодарностей. Прошел день, проанализировали свой день, посмотрели, что в вашей жизни произошло хорошего, сфокусировались на позитивном, на плюсах. И только в таком случае мы будем притягивать в нашу жизнь еще больше изобилия и процветания. Не концентрируемся на негативе, не концентрируемся на минусах, пропускаем это мимо себя. Ведь как только когда мы концентрируемся на плюсах, мы создаем свой рай. И то же самое работает в обратную сторону. Когда мы концентрируемся на минусах, на негативе, мы создаем в нашей жизни ад. Поэтому важно понимать, как это работает, важно концентрироваться на плюсах, на положительном и вообще быть позитивным по отношению ко всему происходящему в нашей жизни. Я надеюсь, вы сделали свои 10 благодарностей, можете больше, это несложно, а делайте это на ежедневной основе, и все будет круто в нашей жизни. Друзья, секрет успеха и достойного заработка на любимом деле – это подписаться на дневник благодарности. Обязательно подписывайтесь, чтобы вместе благодарить. Оставляйте свои комментарии, благодарности под этим видео, задавайте вопросы, я обязательно всем отвечу. Ну и по традиции благо принимаю, приумножаю и возвращаю. Всех благодарю, всем пока.